У Ненецкого округа появилась своя кулинарная книга. Ее презентация состоялась в рамках гастрономического фестиваля «Тундра». Напомню, он стартовал 1 июня и завершился сегодня. Некоторые рецепты, вошедшие в книгу, были продемонстрированы участниками онлайн-фестиваля. Это и блюда из оленины, из северных дикоросов, а также из печорской рыбы. Вскоре у книги появится красочная обложка для выхода в тираж. Ну а пока насладиться вкусовыми нотками кухни Крайнего Севера можно, приготовив то или иное блюдо самостоятельно. Посмотрев мастер-классы от шеф-поваров ресторанов города. И брусника. У нас наша северная ягода, дорогие да. друзья. И брусничка. Значит, что мы в мисочку отсыпем шоколад. А вы примерно на глаз доделаете или как? Я буду, да. Давайте для зрителей будем говорить примерно. Вот если готовить на семью... Шеф-повар ресторанов «Регат» в Пустозерске Татьяна Бобрицова готовит фирменное блюдо – нижнепечерские чиниги с брусникой. Это традиционное пустозерское лакомство из творога, которое готовили для детей и подавали на Рождество. Взял грамм или нет? Вот сколько у меня есть? Вообще, если дома будешь делать, например, можешь по весам все делать. По весам? Чтобы весы у меня дома были. Приготовить чиниги, пустозерские калитки или щучьи котлеты любители пустозерской кухни теперь смогут самостоятельно. Организатор гастрономического фестиваля все рецепты собрали в одной книге. Ее презентация прошла в рамках гастрофестиваля. С целью развития вообще гастрономии, да, Ненецкого автономного округа мы создали вот эту вот первую нашу гастрономическую книгу. Вообще наша цель была это сохранение культурного нашего наследия. Мы хотели подчеркнуть, что у нас есть свой кулинарный почерк и... Благодаря, вот, например, пустозерская кухня, да, благодаря пустозерскому музею, их сохраненным записям, мы смогли восстановить вот именно пустозерскую кухню. Также в кулинарную книгу Ненецкого округа вошли блюда северной и ненецкой кухни. В рамках гастрономического фестиваля «Тундра» их приготовили рестобар «Кочевник» и ресторан-музей «Тиман». Как отмечают рестораторы, блюда, выбранные для фестиваля, сможет приготовить каждый. Во-первых, это простота приготовления, то есть люди, будучи дома, находясь на карантине, могут приготовить эти блюда спокойно, без каких-либо дополнительных затрат или затрат усилий, да. И, конечно же, это аутентика, собственно, нашего округа, это история и то, чем питались, можно сказать, наши предки. Нотку современности внесло городское кафе «Артишок», которое провело мастер-класс по приготовлению бургеров. В целом гастрономический фестиваль «Тундра» онлайн собрал более 300 участников в прямых эфирах. Сотни человек посмотрели его в записи. И можно было подключиться в Зуме, либо в Инстаграм. Также разыгрывались вкусные призы, то есть просто много победителей, все довольны, в принципе. Такая достаточно позитивная, дружественная атмосфера была на этом мероприятии. Где-то порядка 300 участников просматривали вот эти мастер-классы. Они задавали вопросы как по самому мастер-классу, так и вообще, в принципе, по кухне ресторана. Какие-то спрашивали рецепты там, соусов, различных блюд. То есть такой был диалог постоянный. Поэтому все прошло достаточно позитивно. Идея проведения гастрономического фестиваля на территории Ненецкого округа родилась в 2018 году. Благодаря тому, что она была поддержана предпринимателями, менее чем за год удалось провести уже 2 фестиваля. Вообще гастрономия – это один из таких ведущих мировых трендов. Люди готовы ехать даже там в самые отдаленные уголки планеты, чтобы попробовать что-то такое аутентичное, локальное. И поэтому, ну, учитывая, что округ наш вообще... имеет большой потенциал в этом направлении, то есть это и оленина, и рыба, и дикоросы, и вот северные ягоды, различные грибы, и поэтому как бы был интерес от предпринимателей развивать это направление, и мы его поддержали. По словам организаторов гастрофестиваля «Тундра», его реализует Центр развития бизнеса Ненецкого округа в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Предстоящей осенью любители и ценители вкусной еды вновь встретятся в очном формате. А пока рестораторы, например, «Фрегатов» в Пустозерске, решили сделать онлайн-мастер-классы регулярными. Мария Даник, Антон Водряков, Владислав Носкин, телеканал «Север».